просторной горнице Христос возлег к обеду приглашенный. Дорогой дальней утомленный, в тени от зноя отдыхал. И вот в распаханную дверь заходит женщина, рыдая, в руках своих сосуд сжимая, склонилась позади Христа, свой тяжкий грех осознавая и не посмев открыть уста. А слезы текут ручьем по щекам, губы припали к Божьим ногам. Она грешница, все глядят с упреком, он бы знал о том, если был пророком. Но Христос сказал: я об этом знаю, я простил ее, она святая. Пусть видят все, кто видеть мог, она в безмолвии рыдает и волосами вытирает поток из слез Христовых ног. И, дорогой, разбив сосуд, елей прекрасный выливает, святые ноги омывает под ропот многих голосов того, кто вскоре пострадает за искупление грехов. А слезы текут ручьем по щекам, сердце Господним ногам. Она грешница, все глядят с упреком, он бы знал о том, если был пророком. Но Христос сказал: я об этом знаю, я простил ее, она святая. Мой друг, стоящий в стороне, услыв Иисуса призыв нежный, признайся, ты ведь тоже грешен и даришь душу сатане. Ты не стыдись того, что круг твоих друзей тебя судит, скажи им, кто их тоже любит, великий милующий Бог. Тот, кто душой его возлюбит, не будет в мире одинок. Пусть слезы текут ручьем по щекам, сердце склони Господним ногам. Бог любви и любви не такой, как люди, он простит твой грех, вспоминать не будет. И не важно, что говорят другие, ты приди к нему, как пришла Мария. Пусть слезы текут ручьем по щекам, сердце склони Господним ногам. Бог велик в любви, не такой, как люди, он простит твой грех, вспоминать не будет. И не важно, что говорят другие, ты приди к нему, как пришла Мария.